Если ты хочешь, чтобы тебе весь учебный год не задавали домашнего задания, ставили отличные оценки, то прямо сейчас ты должен поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. Я начинаю свой отсчет. 1. Скорее подписывайся на канал. 2. Нажимай лайк. 3. Нажимай на колокольчик. Если ты этого не сделаешь, то тогда тебе будут задавать больше всех домашнего задания. Ну и, конечно же, оценки у тебя будут не очень хорошие. А если ты все успел сделать за 3 секунды, то ты просто молодец. Всем привет, ребята, с вами я, Коля. И, короче, я снова почитал ваши комментарии по троллингам. И вы написали кучу интересных идей. Я выбрал, ребята, одну, и сегодня будем ее реализовывать. Я не буду пока говорить, что это за идея, но она вам точно, я уверен, на 100% понравится. Поэтому сейчас, ребята, если вам нравится троллинг, то обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. Это очень-очень важно, ребята. Ведь чем больше лайков и подписок на канал, тем, естественно, чаще выходят различные троллинги и крутые видосы. Поэтому, ребята, обязательно досматривайте каждый видео, мой ролик до конца, и все будет круто и здорово. Ну, а я, в общем-то, пошел, ребята. Да, пошел я к бабке, но сначала надо взять... Ее любимые цветы, голубые васильки, ребята, да, никогда не понимал, почему голубые васильки белые, но это не важно, потому что мы сейчас идем к бабке. Так, надо быть сейчас вежливым. А бабушка! Чё кто приперся? Бабушка, открой дверь. Иду. Бабуся! Так. Блин, бабуся. Сейчас я тебе это ручки оторву. Почему? И ножки, чтобы ты не ходил ко мне утром. Это что? Это тебе цветы. За что? Что, сегодня праздник, что ли, какой-то? Да, сегодня праздник. Какой? А ты что, меня даже на чай не позовешь? Конечно, позову. Вот это красота. Ладно, пусть растут. Тут красивые, да, пошли. Пошли. Закрывай, да, пошли. Я закрою. Расскажешь мне, какой сегодня праздник. Да. Дым, короче. Проходи. Ой, ты что, это двери мне открываешь, что ли? Да, садись. Люферный. Так, хорошо. В общем, я тебе хотел сегодня рассказать очень важную вещь, которая у меня... Подожди. Ты меня просто разбудила, с кровати просто стащила. Бабка, давай слушай. В общем, понимаешь, это все не случайно. Не случайно... То, что я живу рядом с тобой. Не случайно то, что я каждый день прихожу к тебе домой. Чего? Так я знаю, что не случайно, ты просто меня бесишь, и поэтому... Вот. Нет, все совершенно не так, понимаешь? Ну, я прихожу посмотреть на тебя. Смысл в том... Я тебе что, экспонат в музее, что ли? Да нет, главный смысл моих прихождений то, что хочу тебя увидеть, потому что с первых дней моего переезда сюда я просто влюблен в тебя. Чего? Как? Да, это правда. Ты что несешь? Я не несу, я говорю это все как твои есть. Это шуточки, маршруточки. Конечно же нет. Ты меня обманываешь, нет? Нет. Я тебе не верю. Все. Я тебя не обманываю, потому что все так и есть, бабушка. Чтобы как раз-таки подольше провести время с тобой, я тебя начинаю бесить, потому что тогда ты меня не отпускаешь, сажаешь клетки, я нахожусь рядом с тобой, а иначе я бы тебе помог, ты мне сказал, все, иди, я ушел бы, понимаешь? Ты понимаешь? Серьезно? Конечно, серьезно. Хулиган, ты чё, серьезно? Серьезней не бывает. Ой, хулиган, ну ты просто капец. А у меня же есть дед. Ну, дед, мы тоже хороших отношений, чтобы как раз-таки он ничего не заподозрил. Ну, ты, конечно, молодой, красивый, слушай, ты вообще... Конечно. Такой, ничего такой, получше деда-то будешь точно. Да дед, конечно же, стар. И чё это? Все, я хочу жить здесь, в доме твоем. Прям, а чё деду скажем? Да что, ну дед хулиган и хулиган, чё он скажет, да я вообще не против, чё хулиган, пускай живет. Это же дед. А ты хочешь свою комнату или ты хочешь... Ну, может, полдома? В смысле полдома? Ты как будешь в полдоме жить? Пошли, расскажу. Вот это ваша территория с дедом, а все, что выше, мое. А, ну, в принципе, так. Ну-ка, пойдем посмотрим, что у меня там выше. Там... Паук уехал, я все там ремонту сделал, это все, что Мандарин давно не живет. Так, только сейчас, подожди. Сейчас бабушка все посмотрит, а то... Посмотри. Да, ребята. В принципе... Нет, это ладно, я согласная. Отлично. Все, можешь забирать это два этажа. Буду тут делать ремонт завтрашнего дня.
А, да, хорошо, может, тебе ремонтников нанять? Да нет, я сам, я ж сильный, но мне нужна машина. Какая машина? Грузовая? Ну, Нет, покажи. которой я буду ездить сюда. В смысле? Тебе что, машину подарить? Да, я хочу, чтобы ты мне подарила машину. О, ну, даже не знаю. Ну ты иди тогда ремонт делай, я сейчас, бабушка сейчас позвонит кое-кому, ага. Хорошо, пошел. Оля, Ребята, вы здравствуйте. слышали? Автосалон? Ага. Смотрите-ка, Короче, мне шпак нужна реально новая поверили. быстрая гоночная машина. Ага. Ого. Ну да, такая прям, чтобы скоростная, чтобы за 5 секунд от одного дома до другого доезжать. Ребята. Ага, есть такая? А, все, Офигеть. отлично, ладно. Ага. Сколько стоит? Ого. 15 тысяч алмазов, вы что, О, совсем там все с ума неужели посходили? бабка купит мне такую машину? Откуда у бабушки такие вообще деньги-то, а? Вы что, совсем Мне обалдели? кажется, ребята, у бабки такие деньги есть. Ладно. О, Там смотри. себе, так сказать, тайничок. Ага, все, давайте. Да, пригоняйте, да. Ага, все, адрес знаете, надеюсь. Все, Ребята, пока. машина за 15 тысяч алмазов, вы слышите? Как Ёперный так? болен. Нам надо развести Это же бабку по полной. пипец. Так, слышь, что? Чего, чего? Хулиганчик. А, чего? Иди сюда. Иду. У меня для тебя кое-что есть. Чего, чего? Ты где? Ну иди сюда, иди, на кухню иди. А, на кухню иду, так. Где ты, я тебя Тут я, спрашиваю? тут. А, ну иди там за ворота, сходи там, цветочки собери. А, ладно, пойду И соберу. поставим их в вазу. А, хорошо, сейчас соберу. Бабка, это что, машина мне? Ну тебе, конечно, кому же еще? Ты ж хотел Тесла, Ого, да, так это же что там? самая дорогая машина в нашем мире. Ну, нормально, для тебя должно быть все самое Садись, лучшее. прокатимся. Не, бабушке голова это кружится от такой быстрой Да? езды. Ну ладно, сейчас Там покатаемся, прокатись ребята. вокруг домика, там посмотри, как у нее скорость, там тудым-сюдым. Слушай, бабушка, я что только подумал-то сейчас. Чего? Так такую машину могут угнать же в легкую. Так и А, сигнализацию можно так поставить. и нет, может лучше в свой гараж, в ваш-то я не могу ставить, дед точно что-нибудь заподозрит, скажет, откуда такая дорогая машина у Ты хулигана. хочешь свой гараж сделать? Да. Ну, даже не знаю. Блин. Ну, сделай, ладно. Где хочешь-то? Ну, где-нибудь прямо рядом с твоим домом. Хочешь? Аж голова у меня от твоей езды закружилась. Вообще скоростная тачка, спасибо, бабушка. Ну, все, делай давай гараж, а чё, ага, там Ты из это... самых дорогих материалов, типа что там влажная тачка стоит, чтобы никто не попал, не взламывал там и так далее. Слушай, Вот. тебе не многовато? И Вот. гараж ему, и машину, и полдома. Вообще-то ты должен бабушке подарки дарить. Так я тебе подарил цветы. И все? А бабушка тебе В машину, смысле? гараж и полдома? Вообще-то не все. Вообще-то есть еще кое-что важное. Что? Мы полетим с тобой Куда? на Кипр. На Кипр, я ж там никогда в жизни не была. Я тоже Мой не дед был. никогда вообще на Кипр не возил. Сколько я его Да, просила? поедем на Кипр с тобой. Ёперный балет, это же Кипр, это же мечта всей Ага. моей жизни. А когда поедем? Ой, ну как только вот границу откроют, так и поедем. Офигеть, вот это бабушке повезло несказанно. Да. Кипр, это же просто капец. Кипр. Так, ну ладно, а что, может, еще что хочешь? А еще что хочешь? Я, в общем, подумаю, ладно, сейчас я пошел перекушу, бабка. Ага. И это, все обязательно это вернусь, ага, наверное. Придумай, Ага. что ты мне еще там дашь это, да? В смысле, Вот. вернешься, наверное? Не поняла. Ну, в смысле, Куда? баб? Чего? Как, в Ну. смысле, вернешься, наверное? В смысле, еще придумаешь, что тебе Ну. дать? В смысле? Ну, бабку, ну я комментарии почитал. И чё? Ребята написали, это, стань любовником бабки и затролли ее. Ой. Ах И ты, кажись. зараза! Ой, и кажись, это Я все удачно получилось. Пойду могилу себе выкопаю. Бабку, да в смысле могилу, баб. Баб. Разбил хулиган и Да ладно вырвал тебе, бабу, баб. чтобы Ну как получить ты могла в подарок. такое поверить? А, все. Баб. Не разговариваю с тобой Да больше. ладно тебе, бабка, что ты там это? Ну, бабку, ну успокойся, ну. Ребята, кажется.
Кажется, ребята, троллинг удался. Кажется, просто бабка реально поверила. Хотя вы же сами понимаете, она настолько старая, но она все равно повелась. Просто бы ребята затроллили бабку. Ну ничего, ничего, ей иногда полезно вот так вот получилось вот, разочароваться, потому что она очень-очень иногда вредная бывает. В общем, ребята, завтра пойду, помирюсь там и так далее. Но вы обязательно пишите ваши идеи, кем еще стать, чтобы затроллить бабку в комментариях. И я, конечно же, буду становиться вот таким вот человеком каким-нибудь, или же существом, или животным, и троллить бабку. Поэтому, ребята, все обязательно. Сейчас ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачки, всем пока-пока.